Что будешь пить? Красное, белое? А я вино еще никогда не пила. Упс. Так, может, и не надо? Да нет, давай. Просто нам в Тэньцзян вино не завозят. Не пользуются спросом. Поэтому я до этого только спирт пила. Кому-то не хватает жизни перегулять со всеми девочками, а кому-то не хватает одной жизни, чтобы познать одну. Вот я за второе. Доказано, что люди, которые прожили достаточно много времени, у них настолько эмпатия друг к другу, что у них чуть ли там не сердцебиение одинаковое. Любовь к девушке заключается в том, чтобы огородить ее от негатива. Она не должна знать, какие у тебя финансовые проблемы, что у тебя какой-то там рам с кем-то или еще что-то. Вот другу я об этом, конечно же, расскажу и посоветуюсь. Со своей девушкой я не буду решать этот вопрос. Твоя девушка не твой психоаналитик, вы должны это понимать точно. А ты ее психоаналитик. Вы должны начать разговаривать, наводить коммуникацию, потому что девочка и мальчик — это абсолютно разные коммуникации, тоже надо понимать. Там эмоции, здесь разум. Если эта девушка — твоя конечная остановка. Как там без дружбы? Хочу айфон. Спасибо, 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 спасибо. Я хочу машину. Да, я хочу мидии, суши, королевские креветки, лосося, красную икру и огромного лобстера. Милый, я хочу еще сережки, шубу, хочу еще цацки, сумку Шанель. Милый, еще я хочу много подписчиков, хочу, чтобы у меня были просмотры, как у тебя. Хочу в истории, чтобы у меня были просмотры, чтобы рекламу заказывали. И хотят были мне зубы, я хочу сделать. Нифига себе. Здорово, упырь. Все пьешь? Исключительно за ваше здоровье. Где Маринка? Так я, мы же как полгода разведены, а вы все время ездите по этому адресу. Ну. Че, херню-то молоть? Шутка. Проходи давай, мам. Пузо нажрал. Пузо подтяни. Мать, ты что набодянула? Рассольник. И свежих огурцов. Да потому что какая-то сволочь все соленые позакусывала. Морду еще воротит. Ешь, Марина. Марина, ты как хочешь, но целый месяц я с ней не выдержу. А может ее на острова отправить, а? Там море, воздух, пусть отдохнет. У меня как раз друг на Курилах служит. А что на Курилы-то? А давай сразу в Сирию ее отправим? Хватит, Бурович, свет туши. Что у тебя в жопе, бесплатная электростанция? Не храпи.